В Шереметьево, и он попросил сразу его из Шереметьево отвезти в магазин, где продаются пластинки. Вот, его, естественно, привезли на магазин «Мелодия» на Арбате. Вот, и он увидел, среди прочих, мою пластинку, мы не были, естественно, знакомы. Он попросил ее поставить тут же на проигрыватель, то есть ее поставили. Он говорит, а вы еще вот... Вот я хочу сейчас купить пластинку, но мне еще нужен телефон вот этого человека. Продавцу говорит. Продавец говорит, ну сейчас я позвоню, может быть, я узнаю. И продавец через секунду находит мой телефон. Вот этот Джон, значит, Джон мне позвонил. Говорит, ты знаешь, вот такая вот произошла история, я бы хотел к тебе приехать. Мне так понравилось. Я говорю, ну, конечно, приезжай, я живу в коммунальной квартире, но как бы я покажу все, что я, чем я владею, что я знаю. Вот, и так мы познакомились. Совершенно чудесно дружили до последнего времени. Я сейчас потерял его какие-то контакты, потому что он до последнего времени работал и в Королевском балете, как дизайнер-фотограф, и как специальный фотограф Славы Полунина. И совершенно в разных местах и в разных чудесных театрах. И вообще человек, почему это называется «Ветер и цветок», потому что он абсолютное дитя 60-х, такой человек весь в рваных
и джинсах и рубашках, и при этом необыкновенно поэтичный и совершенно замечательный. Ну вот мы сейчас как-то его вспомнили. Джон Фентон и «Ветер и цветок». А сейчас мы вот сыграем еще пьесу из моего альбома, который назывался «Картинки с выставки или прогулки с Мусоргским». Пьеса Модеста Петровича Мусоргского под названием «Сад Тюльри». Thank you.
Евгений Борец, рояль. Игнат Кравцов, барабаны. Антон Залетаев, тенор, сопрано, флейта. Алекс Ростовский, бас. Также у меня всегда с собой есть пластинки. У нас маленький перерыв. Сейчас сыграем пьесу, которую, может быть, играл всего несколько раз. Такая вот название довольно характеризующее, отражающее наше время. Непростое решение. Thank you.
На очереди пьеса «Москва-Париж, вагон 19». Thank you.
мы сыграли потрясающую пьесу Клода Дебюсси, которая называлась «Затонувший собор». И в заключение концерта мы сыграем пьесу с моей пластинки под названием «Splashes», где участвовал Евгений Борец. Пьеса называется «Африка, любовь моя». Я еще тогда не знал, что она по-настоящему станет такой значимой страной для меня. Африка, любовь моя. Thank you.
антикризисный квартет. Евгений Борец. Антон Залетай. Игнат Кравцов, Алекс Ростовский. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо. Сейчас будет нам всем непросто. Спасибо. Будет просто, да? Ну, неприличное напоминание, но все-таки еще пластинки есть. Спасибо. Да. Так нечестно.